Дорогие друзья, в городе Шамаха также очень много исторических потрясающих музеев. Вот это, например, музей истории. Есть также музей Мирзя Алекбера Сабира. Вот, например, его бюст 1862-1911 годы. Мирзя Алекбер Сабир. Вот, Зейнал Абдин Оглу. Великий был человек. Мыслитель, писатель. Аббас Сяхет Аббаскулу Мехтизаде. Вот. Кстати, я прописан на улице, которая носит его имя. Ага Мехаммед Хаджи. Ага. Абдулсалим Оглу. Вот, времен имперской России. Ганизаде Султан Маджид Хаджи Мухтузали Оглу. Мирзя Мехмед Хасан Исмаил Оглу, 1851-1917 год. То есть все эти бюсты принадлежат людям, которые жили в Шамахе, родились в Шамахе, работали в Шамахе. Зибербей Ахмедбеев. Также мы видим камни, которые были найдены в 6 километрах от города Шамаха, как я говорил. Было обнаружено поселение 4 века до нашей эры. Вот это оттуда камень, изображающий человека, у которого в руках нечто напоминающее меч. То есть эта композиция, этот вырез, эта скульптура 4 века до нашей эры. Вот еще нечто подобное, посмотрите, той же эпохи. Этот камень чуть-чуть более желтый, даже рыжий, я бы сказал. Также 4-5 век до нашей эры. Шамаха очень уникальное место. Сочетание поэзии, философии, истории, литературы, музыки. Невероятная атмосфера, воздух. Сейди Азим Ширвани. Ширваншах I Ибрахим. 1352-1417 год. Как я говорил, раньше резиденция Ширваншахов находилась именно в Шамахе. Впоследствии, когда закончили дворец Ширваншахов в Баку, Ширваншахи, то есть его праправнуки, переехали в Баку. Имаметдин Насими. Ну, это был великий человек. Кстати, в Шамахе находится мавзолей его родного брата, Имаметдин Насими, 1369-1413 год. Эфсалеттин Хагани Ширвани, 1126-1199 год. Потрясающе. Невероятная история у региона. Изяттин Ширвани, 12 век. И, наконец, Фелаки Ширвани, 1108-1146 год. Потрясающая Шамаха. Приезжайте, друзья, если вам нужно вкусно поесть в Шамаху, если вам нужно походить по музеям в Шамаху, исторические памятники, старые поселения в Шамаху, крутые отели, пожалуйста, Сакитгёль, Городис, Шамаха. Крутые рестораны, обгоры, не только Шамаха. Ну и просто подышать потрясающим воздухом. Шамаха. Приезжайте. До свидания.